Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас такая, опять же, необычная вот рубрика. Люблю я необычные рубрики, пацаны. Сегодня на Drive 2 нашел такую тачку, хотел с вами поделиться. Показать вам, ну вот просто, я не знаю. Это понятно, то есть все сделано для аэродинамики. Но, блин, восьмерку сделали, как будто под Porsche, блин, на чуваки, ну вообще мощно, блин. Вот, тачка находится в Ростов-на-Дону. Обязательно пишите в комментариях, как вам эта идея, блин, это прикольно сделано. Давайте пройдемся по техническим характеристикам. Соответственно, ссылка на данную тачку будет в описании. Продают тачку за 400 штук. Двигатель 1.6, 500 лошадей. 500 лошадок, это охренеть вообще, это жесть. Это ее как делали, походу. Прикольная тачка, заднеприводная. Машина 86 года выпуска, была куплена в 2014. Так, что у нас по мотору? Мотор перенесен назад, объем около 2 литров. Так, головка с косметическими доработками, валы 13. Впуск шиберной системы. Хер знает, что такое шиберная система, напишите в комментариях. Четырехфорсуночная закись азота. Ашот есть! Все, пацаны, сейчас вся молодежь. Все, на фоспид, короче, чуваки. Но если серьезно, то тачка мне очень приглянулась. Тут очень много автомобилей. Напишите в комментариях, как вам идея. Я буду отбирать самые такие вот, самые смачные, прям вот самые вкусные тачки, короче. Блин, ну мне прикольно понравилась восьмерка, которая сделана под Porsche, блин. Заднеприводная, эти хусеры или как их, драгстерная резина такая популярная самая. Так, так, что у нас здесь? Вот, хусеры, да. И в принципе по тачке тут что-то как-то, блин, и скромненько читать целиком. Вот, так, NOS это Nitro Oxide Systems, по-моему, да. Резина Husser, Yokohama передняя, магниевые диски. Ну, естественно, как ее еще остановить. Так, 1.6, ну вообще здесь до двух литров ее расточили, походу. Было так, ну, в принципе, все. Здесь, кстати, мало информации. Так, занижена крыша на 13 сантиметров. А, ну вот, для аэродинамики более лучший. Блин, прикольная фигня. Вот такие, короче, чуваки, по вечерам нахожу тачки. Да, блин, сижу скучно, особо, блин, заняться нечем. Думаю, поискать какие-нибудь тачки на Drive 2 и как раз с вами поделиться. Поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Скоро будет уже 16 тысяч подписчиков, чуваки. Просто чума. У меня в городе есть полноприводная восьмерка. Сейчас с ней ведутся переговоры с хозяином. Надеюсь, что получится снять. Там вообще агрегат такой, что там так стреляет, что, блин, весь город слышит, когда он выезжает. Так что, чуваки, такие вот дела. Прикольная тачка, мне приглянулась. Обязательно свой отзыв, конечно же, ребят. Все, всех люблю, своих подписчиков, ребят. Я с вами. В следующем видео мы увидимся уже. Я не знаю, какое видео будет. Может быть, история создания какой-нибудь известной тачки, либо, может быть, обзор. Короче, как по настроению, чуваки. Все, чуваки, подписывайтесь обязательно на канал.